Ну что, я хочу начать сегодня вязать новую футболку из пряжи Drop Spell, вот в таком красивом оттенке. Это оттенок розовая вода, номер 22. Напоминаю, что в 50 граммах здесь 120 метров, в составе хлопок, вискоза и лен. Очень классная пряжа, уже не первый раз из нее вяжу, и я по-настоящему ее полюбила теперь, после того, как взяла правильные спицы и правильно постирала. Я узнала, что эту пряжу лучше вязать на спицах побольше, дабы полотно было такое струящееся, легкое и по-настоящему летнее. Есть аналог этой пряжи, например, Sundance Carn Line. Там практически такой же метраж, по-моему, немножечко побольше, на 5 метров в 50 граммах. Но состав абсолютно идентичный. Почему я выбрала снова Drop Spell? Ну, во-первых, самый главный аргумент – это цена. В Германии моточек стоит около 2 евро, а Line от Sundance Carn около 5 евро. То есть в два раза дороже, какой смысл переплачивать за тот же состав. Но я слышала, что Line, она на ощупь немного помягче. Но на Sundance Carn у меня другие планы есть. На такой же состав, но тоненькую нитку, это Thin Line. А пока вот буду вязать из Belle. Итак, я буду вязать резинки футболки на спицах номер 3,5, а основное полотно на четверке. Давайте схему покажу. Регла на ростка. Ростка, да, наверное. Так, возьму спицу, как указочку. Так, набираю я 92 петли. Как раз получится резинка 1 на 1 из этого количества. Вяжу примерно 7-8 рядов резинки и дальше начинаю вывязывать росток. Но перед этим делаю один лицевой ряд установочный, в котором я расставляю маркер, отмечаю регланные линии, они у меня по одной петле. Перед спинка, рукава. Значит, рукава по 10 петель, перед 34, спинка тоже 34, но у меня будет начало ряда именно посередине спинки. Я однажды научилась вязать такой реглан, и мне нравится. Я, по крайней мере, понимаю его логику. Получается, что 34 напополам по 17 петель по половиночке. И сколько петель я захватываю при поворотных рядах. Значит, по рукавам 3 точки разворота. Захватываю я сначала одну петлю, потом еще одну и 2. А по переду будет 5 точек разворота. Я захватываю сначала одну, потом 2 петли, еще раз 2, 3 и 4. И уже соединяю вязание в круг. Каким образом я вяжу поворотные ряды и росток? Начинаю вот здесь, посередине, понятно, спинки. Провязываю 17 петель, половинку, делаю прибавку вдоль регланной линии, саму линию регланную, одну петлю лицевую провязываю, еще одна прибавка. Провязываю одну петлю плеча, разворачиваюсь. Когда я разворачиваюсь, есть несколько способов. Можно обернуть и повернуть, я просто вытягиваю петлю, получается, на себя или от себя, в зависимости лицевая, это изнаночная, и вяжу дальше изнаночный ряд, дохожу до начала ряда, переставляю маркер и вяжу вторую часть, точно так же делая прибавки, захватывая одну петлю, но только по изнаночной стороне. Потом я снова разворачиваюсь на лицевую, уже не делаю никаких прибавок, все. Один, так сказать, логический ряд закончен. И далее снова начинаю точно так же прибавлять остальные петли для вывязывания ростка. На этом все. Покажу вам уже, когда, наверное, свяжу росток. Подключусь. Хотя нет, давайте я покажу вам, как я связала резинку просто. И все. Хочу показать, что я уже связала. Это резинка 1 на 1, 8 рядов. Один лицевой установочный ряд. Повесила маркеры везде. И я начала вязать росток. Вот я, получается, лицевую часть провязала. Захватила одну петлю плеча, развернулась по изнанке. И теперь мне по изнаночной стороне нужно сделать прибавки вдоль регланной линии. Прибавки я делаю из петли предыдущего ряда. Мне кажется, так все очень красиво смотрится.
Так, подключусь немножко позже к вам. Так вот несколько секунд прошло, и росток уже готов. Но на самом деле это уже третья попытка его связать, и она получилась самая удачная. Первый росток, который я показывала вам, буквально несколько секунд назад я его распустила, потому что мне показалось, что такие рыхлые прибавки были, и в начале самом это, конечно, неприемлемо. Второй росток я вязала на новых спицах Чиагу на длинной леске, потому что это спицы стандартной длины 13 сантиметров, и там нет такой возможности, как на Лике, например, вязать в круг на маленьком количестве петель. И мне тоже не понравилось, как-то петли скакали, очень все рыхло было. Я связала снова на деревянных этот росток, и в принципе получилось хорошо. По крайней мере, без камеры рядности вообще никакой не видно. На камере как-то, может быть, что-то проскальзывает. В общем, росток готов. Понятно, что прибавки были в каждом втором ряду. Я специально сейчас достала свою футболку, чтобы вспомнить, как я делала там прибавки, сразу ли я начала тот самый ритм прибавок, о котором вам говорила. Да, оказывается, по телу я делала прибавки в каждом третьем ряду, сразу же после ростка, а по рукавчикам в каждом четвертом ряду. И так на протяжении всей рекламной линии. И я, знаете, что сделала? Я не замерила длину рекламной линии по спинке. Давайте я ее замерю и скажу сейчас, сколько нужно будет так вязать мне еще. Грубо говоря, длина регланной линии получилась около 21 сантиметра. Но это уже после ВТО. Ну, пряжа, в принципе, не сильно меняется. Может быть, слегка расправляется. Ну, вот на размер XS 21 сантиметр, в принципе, мне хорошо, нормально. Немало и не очень много. Ну что, я тогда пошла вязать тело, наконец-таки, много дней не вязала. И, наверное, встретимся с вами на том моменте, когда я начну отделять тело и рукава. Мой многострадальный топ, футболка. Довязала я до подрезов. Сейчас буду переснимать рукава на дополнительную нить, делать подрезы, набирать их воздушными петлями и вязать по кругу. Не знаю, может быть, рукавчики сначала оформлю, потом тело, все оставшееся. Вот такие дела. Длина регланной линии по спинке 21 сантиметр, как я и говорила. И видите, вяжу я все-таки на деревянных. У меня была небольшая эпопея с этой футболкой, я, наверное, во влоге расскажу, здесь уже не буду пускаться во все тяжкие подробности. Но итог пришла к тому, от чего уходила. Так что все идет по плану. Все петли по местам, я пересняла рукава на дополнительную нить и набрала петли подреза воздушными петельками. 7 штук, в прошлый раз у меня было 6, в этот раз... Ой, в прошлый раз у меня было... 5, а в этот раз 7 я набрала. И теперь мне остается просто вязать тело по кругу на необходимую длину футболки. И дальше я уже подключусь, когда начну снова вязать рукава. Наберу их на другую же леску. Способом Magic Loop буду вязать. И просто встретимся с вами немножко позже. Пока что буду вязать тело. Итак, мои продвижения, я не знаю, за сколько недель. Это просто горе-топ какой-то получился. В влогах я рассказываю, что там с ним было не так. Ну, в общем, я довязала тело, сделала резинку и закрыла ее иглой. Мне нравится, знаете ли, закрытие иглой на такой пряже. Я еще все подтянула, поэтому оно выглядит у меня очень красиво. Ну, конечно, сейчас еще все не стиранное, такое кривенькое, тем более, да, пряжа распущенная. Она хоть и отпаренная, но тем не менее петельки кое-где пляшут. Я думаю, что после стирки должно все справиться, потому что первый топ, я сейчас на него смотрю, и для меня он совсем идеальный. Итак, я уже тут убрала ниточку, на которой держались петли рукава, вставила спицы, и сейчас буду набирать петли
из подреза, прям из серединки каждой петли. Из серединки каждой петли у меня их всего 7. Я наберу 7 петель подреза и еще 2 петли по краям между подрезом. Вот и петлями рукава наберу по одной дополнительной петли, и после третьего ряда я обычно эти две петли сокращаю просто справа и слева от центра, где у меня начинается рукав. Я провязываю 2 вместе с наклоном вправо и 2 вместе с наклоном влево. Остальные петли я убавлять не буду, потому что рукав и так узенький, хороший получился. Все, удачи мне. Я надеюсь, что сегодня... Так, у меня там везде нитки валяются. Я надеюсь, что сегодня я этот топ довяжу и постираю. И, конечно же, примерю, покажу на себе и выпущу, наконец, это видео. Фух, ура! Футболка полностью готова. Довязала рукавчики. Получается, что от подрезов я провязала 15 рядов лицевых и 7 рядов резинкой 1 на 1 и закрыла тоже иглой. А от подрезов до конца тела лицевой гладью я вязала 60 рядов. И потом также 7 рядов резинки 1 на 1. Сейчас возьму свое любимое средство для стирки. Хоть это и не шерсть, но все равно буду в нем стирать. И постираю, разложу на сушилке. Надеюсь, завтра уже футболка высохнет. Вот я уже отсняла небольшое видео для начала этого ролика и сижу довольная в этой футболочке. Классно она получилась. Она вышла немного шире. Я так подозреваю, что прибавок я просто порекла на линии, сделала в этом топе больше. То есть у нее прям такая серьезная свобода облегания. Прям надо сказать, что это самая широкая вещь вообще в моем гардеробе. Первая такая. Что сказать еще, она классная, буду сегодня весь день в ней ходить, наслаждаться. Спасибо большое, что были со мной в этом видео. История одной вещи. Встретимся с вами в новых роликах. Пока-пока.